Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями. Димитр, расскажите, пожалуйста, что вы делаете на форуме, какие цели преследуете, какие ожидания у вас от всей недели российского ритейла? Добрый день. Меня зовут Димитр Атанасов. Я директор Литканского пищевого комбината. Здесь нас получили мы приглашение. Участвуем в разных форумах. Встречи у нас. Также у нас очень важная встреча Роспотребсоюз. Приглашает. Нет, не распознаюсь. Так, и вы здесь встречаетесь с разными людьми. Вот с теми, с кем вы уже познакомились, встречались, это полезные люди, целевая аудитория? Нет, это очень полезные люди, целевая аудитория. Нам очень интересно и форум, где представляется встреча с сетями, встреча с властей. Очень надеемся, что будут после этих встреч будут полезные контакты и взаимодействие. То есть мы найдем своих клиентов, чтобы производили удачно для них нашу продукцию. Вот этот вот формат выставки, он полезен для вашего производства? То есть вы находите здесь клиентов вообще или какие-то есть другие форматы? То есть встреча тет-а-тет, когда вы с кем-то встречаетесь, более эффективно? Вот когда вы тратите свой целый день, находясь здесь, это эффективно для вас? Ну, я считаю, что это эффективно. Другое дело, что с кем конкретно встречаться, да, потому что если на встрече сетей, тут все зависит от того, найдешь ли нужные сети, которые ты будешь полезен, да, потому что все сейчас заточены особенно на частные марки. Мы производим частные марки для многих сетей уже. Нам осталось, скажем так, очень мало вот, найти клиентов, чтобы полностью загрузить наше производство. Мы входим в холдинг «Дяди Ваня» и очень этим гордимся. А что нужно? Нужно правильный момент, правильная потребность у сетей, да, и чтобы мы могли с ними в тот момент проконтактировать. Вот. Конъюнктура рынка, она меняется, все ищут подешевле и качественнее, что сложно сделать, но мы стараемся это совместить. Спасибо большое, пожелаем удачи, не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.